серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом колизее вам предстоит... Танки вы поделили, да? Кто из протопала будет червя левого, будет то право. Кто смогут пережить испытания... Когда рост давать? На червях профитнее? Поднабливать. А можно с поводами? Можно с поводами. Давайте с поводами. И не стоим, рейнджу набрали. На полное акмо. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время. 17 голосом он поставил. Дай. Геральт, давайте. На втором стаке на 2 низы, на третьем себя заберу. Бомбы отбежали. Сэдли, забирай. Дайте корону под БДК. Цигиня, да, дай корону на окно. На втором прожимай 50%. Ревностно пропнул. Цигиня, забирай. Давай, ЭКМО, герцогиня направо, Сэдли налево. А мне Снобальд, бейте. Снобальд, кучу, кучу, Хан, прибеги сюда. Хан, давай, давай, давай. Шанан, поставь природу на этого. Верни к стене. Забирай, забирай, пал. Давай, беги парель. Холи плести следующий точек, дай мне. После блевотин. Значит, не плюну. Плюнул. В миле. В миле, в миле, в миле он. Гимна хп оно. К стене огерцели, пожалуйста, отворачивай. Я расплюну. Надо подождать. Они нас совершат. Там после червей дайте гимноманы. Сейчас лужим был. Кстати, хилим был ревностный. Никто не дал? Нет. Никто не умирал. Калька. Бак. Швеча. Но он утанчил, но не замерз. Так, массакр у вас паладина готова по команде набить. Ауру льда вместо огня. Ретрик. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Выведи из центра, чтобы у него была анимация прыжка. Три секунды массакру. На цель не дашь. Давай. Ринслер. Убежали от него. Конверсу снимай. Герцогиня по команде тоже дашь массакр. Две секунды. Анимация прыжка сейчас будет и наша.
Давай. Экмо. Берсу снимаю. Для тебя откатилось? Нет, ну ладно. Успеваем. Это мити кролика, бахните. Что тут ролит? Все ролит? Да, он перед цепи ролим тоже. Он может мне кидать просто и все. Давай. Блин. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, сейчас. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Олег, на тебе просто лутер отдам, мы разорали. Готовьтесь к забвению! Бахните павших. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Небобамсом, мастером призыва! Какой патч лучше, БК или Ванила? Демон. БК. Парнжа, встаньте. Хилы встаньте так, чтобы доставать до всех. То есть хилы маленький круг. РНД большая. С пепеления за хилем, а с пламенем бежим. 3 секунды до начала. Блин, по команде. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Каст сбивай. Ему надо сбивать каст. На ворота сыграли. Когда будут вулканы, маги, не свечитесь в них, сидите на боссе и крадете чарокрабом на стаке. Анрик, сбежишь? Отхиливайте его. Заклинание не спали. Соло от хильте? Хильте его точно. Больше хила влей. Госпожу боли не выкидывает. Пусть мелизонит, либо вам зальется. Топор рубить не... Макси захил. Маги сейчас будут играть стаки. Все остальные в инферно. Вулкан. Магоприз, давай гимн ХП. Сливаем в инферно. Соло гимн ХП. Ренджу не набрали, волной убило. Ледоштор, захилы. Олег, на тебе лут. Весьма трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. И теперь вас ждет новый противник. Ты еще в танка можешь.
Орки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя. Это швед, Сандр. Там может справиться танка. Ну давай передвинуть, когда что он посмотрит. Что из этого выйдет? Нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую... Бафа послал, нет? Так, Мок, а мы истерию слышим. Себе. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь... Рыба стоит, конечно. Пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Значит так, как Мо, твой... Твой Рога. Ты понял, да? Седли, твой ДК. Герцогиня, твой Ретрик. И Ледошторм, твой Вар. Первым сливаем Лока. Каст сбиваем. Важен какой всем. Дальше будем играть в хилов. Все прочее. Точно диспелим. Так, Лизоня, смотри, тебе такое задание. Вот ханта видишь? Убиваешь вначале компопоинт и станешь. Набиваешь компопоинт и станешь. Потом даешь дизарм, потом даешь блайнд. Потом опять начинаешь стану играть. Дизарм и стану, все готовьте, буду просить. Если он стэнк знает. Лапуинту. Ретри. Все готовы. Сейчас кроме танков никто не идет. Танки начинайте. С остальной стримы ждем. Танки разберут свои. Играем в череп. Если какой-то из мобов заходит мелизон, хилим. Разводите. Разводите мобов. ДК заберите с рейна. Диспел. Точно, массовый. Любые. Все равно ушел. Дальше будем играть контакт тесте. Да, сбейте. Почему они не долили череп? Он отхиливается. 400 тысяч. Череп вначале доливаем. Диспеллинг. Крестик. Кресты диспеллим. Маги, хотите жить, чарократ не юзать. Борис хила всем вешает на крест. Дальше будем играть в полено. Звездочку нам. Thank you.
просто с трусами отведи, и сейчас будем просто рядом. Листам будем играть, круг потом. Вперед. Топор убить, да, с дизарм по трусам. Прямо сейчас мы можем, пока он в рейне. Давай дизарм, дизарм, дизарм. Умно. Ивен, подними магоприст. Играем шаман. Сейчас я хилу вырежу. И Ивен, подними магоприст. Извините, время духа, я захотел, поднимаю. Миликом не подходим, стоим центр. Танк держим. Киллов слили, давайте в мага сыграем. Рогу ему старайся не подводить слишком близко. Любой бэкстеп и матруп. Бах, нажал, понятно. Смотри, вот там рог. Просто играем. Не подходите к рогу. Ладно, сыграем в рога потом. Трусы потом сыграем. В зоне пропере будет дизар. Играем трус. В зоне первый дизар. Д2, давай тоже дизар. И потом ренесли отдашь. После плаща. Как откалешься, клонаш. А, чистый БДК танк. Лучше отхиливается, чем гибрид. Да. Да. Чем? Какие у него отхилки? Просто он меньше урона получает, ему проще отхилиться. Нет, нет, ты линканул талант, почему? В смысле меньше получает урона? Так усиленный контр... удар гибрид берет. Это есть и у гибрида. У гибрида просто не вкачаны три таланта в этот... В уклонение, что ли там? И как и называется талант этот? Два из пяти берут. Ну, там их пять. Ну, а берут только два. Во-вторых, там идет, можно больше силы взять, из-за чего сила — это парирование. А парирование, опять же, ты получаешь меньше урона от действий заклинаний. Это то есть он, талант... ну... Кровопийца? Не помню. Короче, одинаково. Здесь смерть. Почему запускайте забафы? Это там с мертвецами, короче. Нет разницы в отхиле там, короче. Рыба стоит. Не, ну... Гибрид не актуален сейчас. Олег, на тебе лутик. Почему не актуален? Ой, БДК, БДК не актуален. Чистый. А гибрид, наоборот, популярен. Чистый за баф, двух баф, что два бафа дает. А от хим там разницы нет. Приста забафить. Четыре выхилить. Наверное. Там что-то с агронобором, с ударом в сердце, он как реванш типа идет. Проще две цели танчить. Нет, ладно. Танков будет прошибать, ретриан, давай в хило. О, вот это берет. Он же горел, у него холик есть. Давай ретри. Хило.
Танков поддержишь. Ретрия. Я здесь. Кила. Беги к нам, а то там босс агрится, тебя убьет. И нас убьет тоже. Его не запускали еще. Маму, залейте ретр. Подождите, подождите, я сейчас кипнусь. Лапу найти. Чек на готовность. Тимон дебафом белые шары, кроме престов, никто не ловит. Иначе сдохнет. Всем готовы. Пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Я завис. Не пульс. Развис? Да, я завис. Спихнулся в хила. Не-не-не. Так, сейчас поменяю. Подождите, пожалуйста, не гуляйте. Мне кажется, упадем. 5 хилов и так уже. Все, готово? Да. Да. Выпускай. Пульти. Шаман, если тебя моб станчит, застаунтит босса, я тебя готовлю. Ну, вообще-то не стаунтит. Вот если стаунтит... Я способны смотрю. Нельзя. Захиливайте сами, хорошо. Ничего-то. Войс Старфол, подними ретри. Станешь бабосами сразу. Сразу маму туда плесни. Ты способность 5 секунд. Смена. Смена, смена, смена. Пробиваем щит и сбиваем квест. Каст, сбили. Трофей роли. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны. В ДД потом. Сейчас подумаем. Наверное, нет. Что мы резко быстрее. О, магоприст или соло. У вас есть какой-то ШП? Нет, ШП нет. Магоприст, конечно. Пускай его язык для ретрики. А вы выхилите... Считай, ты единственный будешь таргет хилом, а остальные присты и... Что там? Придется.
Я вот не хочу рисковать. Могу. Я вот лучше добавлю ШП под хилом и... Я тогда в хиле стоишь, да? Да, ты в хиле, а магоприст есть ШП? Нет. Соло есть ШП? Нет. Я ухожу пристрелиться. Могу вот тру еще. Нормально будет. Куда же стоит хил? Ну, рез хила есть, нормально добьется. На ханта держим, значит. На всякий да, случай. Нет, я думаю, что соло магоприст не могут подхилить танков. Пускай хилят танков. Так не, а там же... ...закидывает все цели. Там же холиприст, там он же может таргет хилить. Ладно, ретри, давай в ретрика, они уговорили, и... Значит, Макси будешь сидеть на рейде. Присты подхиливают синие дебафы. Олег приоритет на танков. Ты тоже смотрим, держим танк. Герцогиня в танка, Садли в танка. Как мы в танк? Метки надо? Так, Шанан, с тебя на этом боссе природа. Тут еще такой прикол, чтобы полегче было, можно 4 приста законтролить, 4 моба первых и все, и убить спокойно. Случайные звезды и все. Какие звезды? Я не дам звездопад. Паладина пробав. Ни одна сам. Ну ивент еще можно ему сказать, не давать и все. Да как так не давать-то, пацаны, да вы че? Забафайте ретри. Инту лапа. Рыба стоит. Надо плащ, секундочку. Надо тут плащи. Я уже спрашивал. Кто-то спойлил. Это молодец. Я, походу. Я зажал для клавишу. Сам сказай. Чем плащ надо? Трэш заводим. Природу поставь, говорю. Она стоит. Перестанет. Рота бы такая обновите. Каст у него, да. Следующий трэш активнее сливаем, чтоб не закопался. Босс зароется и... Первый человек должен будет убежать. На зале минуя ложу. Рота по ДК порос. А зачем у вас есть и ДЦ, и 3% то же самое? Не видел, а там видел, что не столько есть. Активнее в трэш. Сейчас босс зароется. Босс зарылся. Благоприз беги. Дайте хотя бы МП5 шамана, пожалуйста, я по-моему не сажусь. Шаман бафа, дайте. Давай, Олег, где один пою, ставьте там. Ставил. Но я пока ни одного каста не сделал, кажется. Кто? Ну я просто стою себе. Да. О, он 44 тысячи нахилил. Пристаем на экзекуте. Не этот щит. Ну, тут пускай лучше щитует людей с дебафами и танков. Брод, кто-то пользу будет. Мары считывать нельзя, может пробиваться хотя бы неправильно. Так, последний трэш сейчас приведут и выиграем. Следующий трэш уже по идее не надо было цели. Активно в трэш. Конты, что прицельный выстрел и висел. Теневой дар сбивает. Все, следующий трэш в сторону. Гера.
Дали. Надеюсь, синим дебафом килим. Маги прожимайте защиту от льда. Можете глыбы скинуть. Танком держу. Владин, можете свести? Что-то косли. Там-то не удержали. Три массовые хила от белого ханта умера, ну как? То на ИП заходит сразу заходить, кому тут не нужно. Шлевая, она упала, ну хлебаса. Че, пошлите еще одна ИВК-а? Ну там, не знаю, обновление покидать на людей с дебафами или на людей там, на магов, на хантов. Рейд на 20% примерно поддержи. И хилить людей с ледяным дебафом. Ну ты уже сказал, на 20% это профессионалы хилят так. Чем меньше хп, тем быстрее босс убивается. Ну, и меньше он хиливается. Все читали тактику. Оптимальный, говорят, 50. Прот сзади стоит. Возле ложи. Ты ливнул, да, Богдан? Да, вроде. Да. Олег разрулил. Можно сразу D2 раздавать плащ, он выше всех. А этот плащ? Какой? Сильван? Вроде. Да. Да там D2 выше. Он по-любому звери. Мизантропно заходишь? Да, сейчас. Не пикально, но выиграла. Дай трейд мне.